Тришинское кладбище входит в список историко-культурного наследия. Один из самых старейших некрополей Бреста называют архивом под открытым небом. Не предавать забвению память вековых надгробий и поддерживать кладбище в надлежащем состоянии – одна из задач активистов БРСМ. Здесь, по сути, всегда нужна помощь. То есть работа непочатый край, постоянно нужно приходить, постоянно нужно помогать, потому что из-за опавшей листвы осенью очень сильно подвергаются коррозии памятники и постоянно нужно приводить их в порядок. Ребята гребут, подметают, чистят и убирают опавшую листву и бытовой мусор. Что ценное хранит это место и для чего нужно постоянно следить за порядком, молодые активисты знают. Даже для того, чтобы это кладбище не было и заброшенным, чтобы оно выглядело более подобающе, и чтобы здесь люди, даже которые здесь родственники не умерли, приходили и им было приятно здесь находиться и знали, что даже за этим кладбищем следят и наши активисты ходят, помогают. В рамках крупномасштабной республиканской акции «За дело» сегодня ребята также трудились на спуске с Гузнянского моста и на территории акватории реки Муховец. Мощный удар по мусору, который «культурные» в кавычках брещане не донесли до ближайших урн и контейнеров, нанесли студенты Брестского государственного технического университета. Здесь уборки нашим активом проводятся 3 раза в год, то есть это весна, осень, также зимой. Иногда приходим, когда снег тает, но мусор остается с подтаявшего снега. В данный момент здесь представлены наши лучшие студенты. Это волонтеры отряда «Созвездие», это наш отряд «МОП Алмаз», это молодежный отряд охраны правопорядка, также студенческие отряды. Виктория Саченко, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.